Виталий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Настя, здравствуйте. Я генеральный директор компании Golden Telecom, проект SMS Gold. И мы занимаемся коммуникациями между бизнесом и их клиентами, основанными на мобильном телефоне. Расскажите о главной цели сегодняшнего присутствия здесь, на этом мероприятии. Мы сегодня представляем новые каналы коммуникации. Исторически бизнес обращался к своим клиентам через SMS-сообщения, но технологии растут. Сейчас можно обращаться и через Viber, можно писать сообщения ВКонтакте, в Одноклассники, можно выстраивать цепочки и коммуницировать с клиентами там, где удобно читать им, да, а не там, где удобно отправлять бизнесу. Виталий, я знаю, что сегодня вы выступали. Хотелось бы узнать, какую главную мысль вы хотели донести до своей аудитории? Мы хотели донести принцип развития омниканальных рассылок, да, что смс-ки хорошо, здорово, но это немножко вчера, и сегодня появляются новые возможности, они более технологичные, можно отправить не только текст, можно отправить контент, картинку, видео, можно даже устроить диалог с клиентом и быть более интерактивным, ближе к клиентам и общаться на их площадке и на их условиях. А если говорить о прогнозах, вот что нас ждет впереди? Нас ждет еще больше каналов, нас ждет WhatsApp, возможно, Telegram. Все приложения, которые у вас есть, в принципе, рано или поздно какие-то каналы коммуникации они дадут. Там Instagram, Facebook. Здесь мы готовы отправлять любые каналы, которые официально представлены в России, и представлять бизнесу. Виталий, огромное вам спасибо. Вам успех в вашей работе. Спасибо, Настя. Удачи. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.